Короче, двигаемся мы к детскому оздоровительному лагерю имени Гагарина бывшему. Идет дождь. Гагарин. Ну, какое-то оборудование. Красава отсюда. Бильярдный стол. Ля какие. Туалетные эти. Ля, смотря. Это что, столовка? Ушли дальше по дороге к столовой. Место. В каждой комнате вот эти вот ванны. Кто? Да, тихо какая-то. Всем привет! Сегодня мы отправились в бывший детский оздоровительный лагерь имени Гагарина, который когда-то, судя по информации, принадлежал заводу «Дальнергамаш». Ну, как обычно, не обошлось и без приключений. По дороге в лагерь, где-то вот за 10 километров, у нас поломался автотранспорт, и пришлось, короче, фигачить 10 километров пешком. Не зря же мы все-таки приехали. По дороге тоже мы нашли много всякой дичи. Например, это ужи там всякие, вот змеи там были, да? Гадюка на дороге ползала. Дома у тебя что? Тебя в ухе. Потом мы попали под ливень, но благо мы были под мостом. Все-таки мы дошли до данного лагеря. Восемь ебучих часов спустя. Так, вот мы наконец-то спустя 100 000 лет дошли в данный лагерь. Сейчас посмотрим, что там. А вон там угрожающие таблички. Сохранилось. С надписью «Частная собственность. Проход без разрешения запрещен». Ну так и есть. А кого разрешение спрашивать? Вопрос такой. Идет дождь. Орленок капец, какой-то. Идет дождь, короче. Мы тут ходим. Сейчас прогуляемся по брошенным корпусам. Вот этот заброшен. Ну, так-то да. И как сюда попасть? Гагарин. Под дождем ходим. Улица. Надеюсь, это точно. Точно. Первый корпус. Так, надо, наверное, фонарики. Ну что, как-то попасть? Наверное. Залетаем. Ну вот битое подожди, стекло. Фонарина. Какое-то оборудование. Советское. Ты, нифига. Я же тебе фотки присылал отсюда. Три. Ну проходи. Да и пройдите, когда жечку возьму. Добро пожаловать. Ух, да. Как тут сыровато. Более-менее. Даже печка есть. Ух, какие-то печки. Да. Какая-то вот интересная такая комнатка. Тут вещи какие-то валяются. Одеялы со всего корпуса. Здание отапливалось. Прикольно. Этой печкой. Вот еще печка. Вот это не баян, я понимаю. Пятнашки. Там пятнашки. Четыре штампа. Ой, три штампа.
штампы. В каждой комнате почти труба для отопления. Везде трубы, кстати, первый раз вижу такой. Еще печка. Выход. Еще комната. Да, сейчас скажут мне. Да, это, наверное, самый лучший лагерь по сахару. Возможно, скоро база отдыха это восстановит данные корпуса. Вон там виднеется бассейн. Это умывальники, детская площадка. На улице идет сраный дождь, который все портит. Гвоздем с той стороны забито. Да какой-то что-то протекает, что ли? Тут вообще все. Стекла открыты. Тут что интересное, в каждой комнате печка. Какие-то окна запасные, может быть. Бильярдный стол. Это роскошь прям. Это громкоговоритель, что ли? Да, большой. Ну, какое-то здание пустое. Так, вот такой вот сохран тут добротный прям. На этом данное здание закончилось. Так, у меня промокли ноги, походу. Вот этот корпус оброшенный, в котором мы только что были. Это туалеты. Наверное, покажу, если успею. Что такое? Ну это пусто. Пустое здание. Там ничего интересного. Вот эти избушки стандартные. Сейчас посмотрим, что в трансформаторной. Стрики. Тихо. Ля какие. Тут пахнет каким-то дизелем. Блин, это масло для трансформаторов пахнет. Все на месте, шикарно. О, тихо. Так, ну вот трансформаторы. О, схема прям соединения данного лагеря. Расписано. Кончился дождь, и можно спокойно гулять по данному лагерю. Один из лучших сохранов, который я прям видел. Лучше пока что нету. Это трансформаторная, сейчас мы были. Сейчас спросим дедули. Вы где там? Не слышу. Ушли дальше по дороге к столовой. О, они ушли к столовой, значит, я сейчас тоже пойду в столовую. Столовая там атмосферная. Наподобие как в «Дружбе», которую я снимал. Санаторий «Дружба». Или лагерь, как он там. Тут все такое заросшее пока что. Но в скором времени, я думаю, это восстановим. Меня собаки окружили. Одного там собаки окружили. Так, вот туалет. И мать. Пока выключим рацию. Туалетные. Эти. Естественно, тут ничего нету уже. Так, ну и так выглядит. Туалетные комнаты. Кстати, еще более цивилизованно. Не деревянные кабинки. Вот какая-то беседка. Сейчас надо найти столовку, а потом уже остальные корпуса обследовать. Потому что столовка это прям
деду надо посмотреть, что там. Я уже думал, дождь не закончится сегодня. Хотя он сегодня не должен был, блин, идти, падла. За него мы увеличили свой путь по времени. Неизвестно, как еще обратно направляться. Потому что машина сдохла на полпути. Прям как стандартный сюжет сталкера или фильмов ужасов. Ля, смотря. Это что, столовка? Ни хрена себе. Написано столовая. Капец, сохран какой. Так, тут само здание столовки. Оно бетонное, из кирпичей. Так, заходим в саму кухню. Блин, не зря мы шли сюда 100 лет. Прям вообще одобряю. Не зря мы все это затеяли. Так, там тарелки. Это какие-то это. В одно время данный лагерь вообще был полностью брошен. О, смотря. Это у нас с эти посуду мыть, похоже. Посудомойка или сушилка. Это ванна. А вот тут вот пищу выдавали. Вот это сушилка. Это ванны. Тут, наверное, ничего не крутится. Так, кладовая мощной тары. А, тут все подписано даже. Во. Короче, туалет. Вы помните вот эти ванны? Прикольно вообще. Прикольная вообще столовка. Так. Тут тоже всякие печки вот подраздербаненные немножко. И вот тут еще одна. А, тут, наверное, еду выдавали, а там посуду грязную. Потом отделение клали. Щипки. Так. Тут тоже ванны какие-то. Прикольное место. Это колонка даже, это щиток. Как в бомбаре. Так. В каждой комнате вот эти вот ванны. Видимо, тут лагерь был на большое количество людей, детей. Или хрен пойми. Воды тут уже давным-давно нет. Прикол. Кто? Как это? Что ты там нашел? Блин, на рима там. Покажи. Где? Покажи ты где? Ля, это что такое? Ля, смотри. Это что за баллоны с убежищем? Что это такое? Это может это? Это кислородные какие-то баллоны или что это? Такое стояло в убежище перекомбината. Либо кислородный баллон, либо... А, может это бойлер? Я не знаю. Скорее всего, это может бойлер для подогрева горячей воды. Так, вот это у нас толчок. Либо это просто бак с водой. Вон там еще корпусов вахилища. Это деду надо такую пену. Это какая-то... Посудомойка или холодильник? А, это печь. Печь. Это выход на улицу.
Тут вот тоже какие-то тары. Кладовая сухих продуктов. Ну, тут, походу, какое-то время оно вообще не охранялось, наверное. Она, наверное, когда стандартно на торги выставлялась, то обычно охрана снимается, когда на торгах оно. Кладовая овощей. Еду надо. Так, а где Богдан-то? Не знаю, он пошел какой-то помойки. Пол тут не есть. Так, тут какие-то посуды. Капец, сколько тут комнат, блин. Короче, идем дальше. Следующие корпуса. Плакаты. Так. Вон какой-то корпус. В нем были или нет? По-моему, нет. Кстати, вот еще плакат. Так, сейчас посмотрим. Так, как туда попасть? Двери заколочены. Брига. Тихо какая-то. Надо заходить как-то. Закрыто. Обойдем. Ладно, сейчас пойдем в столовку. Соборы мы посмотрим. Тут сохран неплохой тоже. Всякая мебель. Хрен пойми, где все лазят. Блин, пол под... Сейчас давайте в столовую смотрим, все, я согласен. Быстро-быстро обхожу. Что потом, блин, сюда еще не уедешь. Вот тут всякие парты, стулья, кровати навалены. Блин, не провалиться бы никуда. Ата, смотрите, что мы нашли. Смотрите, автоматы. Игровые автоматы. Что тут, тут, видимо, дети игрались, написали что-то. О, смотри, все работает. Джойстики все рабочие. Ля, капец, может тут еще что-то интересное есть? Иди сюда. Не, все, это все. Тут больше ничего нет. Ну, в общем, на этом видос подошел к концу. Не забудьте поставить данному видосу лайк и напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть с данного лагеря вторую часть. Если вы типа захотите, то мы приедем летом в данный лагерь и более подробно оценим каждый корпус. Так как там много чего интересного есть, и деду сюда надо еще раз вернуться. На этом у нас все. До новых встреч.